Доброго времени суток. Я хотел бы с вами поделиться там видео опытом приобретения небольшого китайского фонарика. Собственно, вот поставляется он в такой коробочке. Брал я его специально для работы, ну, чтобы он всегда был под рукой. Собственно, вот он его размер. Вот. Выполнен в алюминиевом корпусе. Вставляется, работает от обычной батарейки одной. Вот. Производитель указывает, что он водонепроницаемый, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Испытывать его на не стал, на водонепроницаемость, но он очень неплохо помогал мне в работе и помогает. До сих пор светит в темное время суток достаточно для того, чтобы просто какие-то небольшие действия произвести, посмотреть и выключить. В чем его удобность? Это вот в таком вот колечке с такой клипсочкой, которую мы одеваем. Можем прицепить на одежду, на змейку, рюкзака, одежды, и он всегда под рукой, в кармане лежит, никуда не выпадет. У меня еще ни разу он не отлетел. В любой момент мы можем отцепить и как бы воспользоваться фонариком, потом его обратно вернуть на место. Вот такой вот достаточно удобный фонарик. Я рекомендую его приобретать. Вот, если вам будет интересно, где приобрести и по какой цене, я вам подскажу, на каком сайте, и могу подсказать опять же цену. Его я покупал примерно за $3, насколько я помню. На этом все. Благодарю вас, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачного! У каждого панамка, значок вожга на лямке, нам светит, если станет темно. Мы долго шли к великой цели, но, видно, не успели, поэтому не ели осень давно.